虫のように増えてゆく蝕む炎吹き消せし筆止まらぬこと生み出すら Say yeah 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 Say yeah Say by this 完璧こんなんです泣いて塞いでそれでも挑むよ最高潮で狙っていて yeah 設定掴んで勝者は誰だ Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин, и мы наконец-то начинаем проходить Наруто Шипуден Ultimate Ninja Storm 4. Собственно говоря, вот-вот с вами начнем. Сейчас я расскажу краткую предысторию того, как я достал игру. Вы, наверное, уже прочитали, я в комментариях в одной из предыдущих серий по Наруто написал, что играем теперь на ПК, потому что на PlayStation мне купить не удалось, мой предзаказ отсрочился на почти неделю. При попытке купить в PlayStation Store у меня мой банк украл у меня 4000 рублей и не отправил их в Sony. Так что вот как-то так. Поэтому я срочно купил игру в Steam, и может быть это даже и к лучшему, потому что я так полагаю, большинство из вас будет играть в игру на ПК, так что я думаю, мы потом сможем устраивать кооперативные бои, то есть там возможно в онлайне, то есть ну может быть даже получится стрим сделать. Ну ладно, давайте скорее посмотрим, что здесь к чему. Так, сюжетный режим. Сюжетный режим. В этом режиме вы можете пережить события сериала Наруто Шипуден. Офигеть. Ну, чего мы ждали? Так, новый режим. Режим приключений. В этом режиме вы можете отправиться на поиски приключений в мире Наруто Шипуден после завершения всех событий сюжетного режима. Обалденно. Режим приключений. То есть это свободный мир, тот, о котором я говорил. Я надеюсь, что он будет клевый. Я говорил об этом, кстати, когда демо-версию Наруто Шторм 4 мы проходили. Ну, само собой, коллекция, бои по сети, свободный бой и все. Итак, ну что, само собой, мы начинаем с сюжетного режима. То есть, смотрим, у нас, я так полагаю, должно все продолжиться с того момента, как у нас закончилось на Наруто Шторм 3, который мы проходили уже очень давно. Вот, так, ну что, поехали. Так. Интерактивные действия. А, ну понятное дело, надо привыкать. Играю на геймпаде, то есть никакой клавы мыши речи быть не может. Главное теперь, я уже привык просто к джойстику на Sony играть, а на этом геймпаде я все время заново привыкаю, потому что другие обозначения, то есть где у нас А, где крестик, Y, B, то есть, ну, крестик, господи, здесь он X. Это же как от Xbox получается. Так, события. Да, понятно, то есть чем больше мы звезд набираем вот этих вот. Оригинальный сюжет и графика. Масаши Кишимото. Заранее извиняюсь, если я буду называть чьи-то имена неправильно или буду называть чьи-то имена, то есть, потому что на самом деле Наруто смотрел уже довольно давненько, то есть как раз перемен досмотрел до этого момента. その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志、見届けたい。ならば、伝え聞かせよ。これまで続く忍びの歴史を。Разработчик Cyber Connect 2.
Это можно было не читать, да, я знаю. Издатель Bandai Namco Entertainment. Нас сейчас погружает в далекое прошлое. Пока что сделано клево, одновременно происходит загрузка, предыстория и обучение. Самая лучшая загрузка из всех серии Наруто Шторм, честно скажу. Так, сейчас мы будем немножко переигрывать то почти то же самое, что было в демке. То есть, ну, это было клево, я хочу повторить. Требования. О, требования бонусов. Посмотрите, какая красивая менюшка. Я уже так привык к этим стандартным менюшкам. Так, одержите победу более чем с 50% оставшегося здоровья. Клево. Успешно выполните завершающие действия. Маску Анбу получим. Платиновый кунай получим меч. Уничтожьте оружие Мадары. Платиновый клинок ниндзя. Еще в большом количестве все это дело получается. Хорошо. Так, я насколько понимаю, у нас мы сражаемся против Мадара Учихи и сражаемся на стороне, по-моему, первого Хокаге. Хаширама. Тихо. Да, тот же самый бой, но он, блин, уже офигенен. Блин, клево сделали, конечно. Но я ему не уступлю. Пока что все обалденно. Играю на ПК, так что настройки вроде стоят все максимальные, я сразу скажу. Блин, Сусана применил. Он даже крикнул Сусана, ты смотри. Уйди от меня. Оп. Ну давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Я этого не ожидал. Мадара пытается, собственно говоря, уничтожить Каноху, а первый хак огонь ему не дает. Если я правильно помню, что это первый Хокаген, насколько помню, да. Уйди от меня, клинки хочу взять. Я взял клинки. И как я уже ранее говорил, это офигенское, офигенское нововведение, которого раньше не было. Рубим, рубим этими клинками его. Они очень клево рубят. Блин, не дают мне применить сильнейшую дзюцу. Блин, привыкать надо. Где? А, где что? То есть я говорю, сейчас кнопочкам буду привыкать заново. Надо запомнить. Офигеть. Сейчас мы его забьем. Теневых клонов вовсю использует тоже. Хотя это, скорее всего, древесные клоны. Да что ж ты опять-то, Сусана, применяешь? Ты смотри, что делает, а? Серебряная маска Анбу мы получили. Золотую маску Анбу получили. Ты еще жив? А, я думал, у тебя жизни не осталось. Я уже расслабился. Воу, воу, я забыл, что здесь такое происходит. Тихо. Продолжаем разговор.
Надо чакры немножко поднабрать. Блин, у меня пеньков не осталось. Пробивание костюма. Забавно, что полоску жизни вторую, в принципе, называют пробиванием костюма. Да ты смотри, что делает. Надо чакры немножко прибавить. Да что ж ты будешь делать, а? Ага. И тебе тоже нехорошо. Жаль, что не показывается количество дзюцу замены у Мадеры. Они же пеньки, если что. Больше, чем 50% здоровья, смотрите, справились. Есть, успел. Так, надо сейчас главное нажимать вовремя все это дело. Если мы с вами наберем все звезды, то есть будем выполнять все довольно-таки быстро, все элементы КУТЕ, то мы посмотрим секретную заставочку. Я не обещаю, что я буду справляться даже с первого раза с ними, потому что я говорю, что джойстику Xbox надо привыкать. Ох, как же это шикарно. Хвостатый зверь Исусана. Ну что, говорит, мы уже разогрелись. Однако древесная тоже выглядит неплохо. Шрама, такое выражение лица вообще. Результат боя Б. Ну ничего страшного. Я правда за этим не гонюсь, то есть что мы там получили. Сейчас мы его будем бить. Тут, насколько я помню, нам нужно главное вблизи держаться. Посмотрим, говорит, кто сильнее. Твой девятихвостый или мой деревянный голем? Да на тебе! На тебе! Битва прям таких клёвых титанов, вообще обалдеть. Так, что он делает? Тихо. Тихо, хорош. Ну-ка, давай сверху. На. Неплохо. Однако он медленный все равно, он медленный. Ну, зараза, сильный. Тихо, уйди. Уйди от меня. Я сейчас немного на бой сосредоточен, я там не считаю толком, что произошло, то есть так, мельком первый. Тихо, ты что делаешь? Короче, я тебе там этого даже сделать не дам. Нормально. На. Мощные удары, конечно. Я главное со спины его обходить, потому что он опять там что-то делает, опять там что-то. О, клинок, хочу. Есть. Получите клинок, Сусана. Платиновый сюрикен нам дали. Я так аж слезы сейчас пойду. Круто. Да у тебя шансов. 0,1. Тихо. Давай. Я забыл, что нужно все это дело прерывать ему. Ну, как ты отталкиваешься, а? Ты смотри. Да на тебе. Да ты смотри, как что творит. Постоянно отталкивает. Может, хватит, а?
Тихо. И есть. Давай. Есть, закрутили, завертели. И теперь в другую сторону закрутили, завертели. Теперь вообще закрутили, завертели. Чуть джойстик свернул. Кажется, он разозлился. Рисовка обалденная, на самом деле. Графон завезли. Секретный фактор получили. Краткую историю о том, как дружили и росли вместе Хаширама и Мадара. Ну что? Ну что, это был крутяк, то есть прям вообще очень здорово. Оптимизация игры хорошая, то есть ПК вполне хорошо себе тянет. У меня, в принципе, довольно мощный компьютер. Вот, но все равно, как-то я, честно, мальца переживал, потому что я смотрел системные характеристики, системные требования для игры, там минимальные были даже уже и третий процессор, то есть максимальные, так там вообще были тоже немаленькие, скажем так. Так, хорошо, в принципе, все было замечательно, получили секретный фактор, здесь мы получили все, что только смогли, получили какую-то счастливую лягушку. Здесь мы тоже сделали абсолютно все и получили еще какую-то еще одну счастливую лягушку. Хорошо. Таблица эпизодов. Эпизодические главы и боевые главы. На карте событий выберите главу эпизод, в котором вы хотите играть. Существуют эпизодические главы, которые начинаются с ролика, и боевые действия, которые начинаются с боев. Сами эпизоды также делятся на события. А, ну понятно. То есть, если что, можно повторно просто это дело проходить. Значки. Что означают значки? Значит, бой с боссом, с, красный, зеленый свободный бой, массовый бой синий и важный бой. Важный бой — это комбинация свободного и комбоев. Хм. Хорошо. Сюжетный режим. В сюжетном режиме существует задание, которое необходимо выполнить во время боя, чтобы получить сокровище ниндзя. Если вы нажмете Y во время выбора эпизода с боем, можете узнать условия получения бонуса. Ну, я, скажем так, никогда не старался, то есть, все эти условия выполнять, то есть, скажем так, специально я ради них не перепроходил, то есть, кроме тех моментов, когда это было просто обязательно. При помощи результатов карты событий и общего счета сохраняются ваши рекорды. Когда ваш рекорд обновляется, результат, ну, понятное дело, то есть, это все уже рекорды. Открыть новый эпизод, теперь вы можете играть в следующей главе. Почему в следующей главе у нас в скобочках, непонятно. Ну, да ладно. Так, предполагаемое время игры 13 минут. Предполагаемое время игры 1 минута. Завершен сюжет на 2%. Тут еще на ранг, супер ранг будет интересно, наверное, проходить. Ладно, хорошо, что поехали. Знакомство с главой о двух несравненных воинах. Подожди, я же правильно, все правильно? Да, то есть это мы посражались, здесь еще нет. Поехали.
Но секретный фактор на самом деле хочется получать. Сейчас был такой, понятно теперь почему всего одну минуту. Открыты новые глаза, теперь можете главить в двух несравненных войнах. Хорошо. То есть это был, грубо говоря, краткий пересказ, очень краткий пересказ Наруто Шторм 3. Новый эпизод теперь так, за маской. Така взлетает вновь. Ага, вот теперь у нас идет разветвление. То есть полет Така. Ниндзя дают бой. То есть за Наруто и за Саски. Блин, прикольно. Первый раз разделение сюжета идет, а потом они еще будут ответвление идти. Итак, ну что, с кого сначала посмотрим? Два несравненных воина. Давайте за Саски посмотрим. Что-то как-то за Наруто уже банально. Хотя все равно хочется. Блин, я за бой хочу поиграть. То есть, ладно, начинаем за Саски. Все. ウチハサスケは予期せぬ姿を瞳に捉え、それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。 それに中国探したよ本当で、今さらお前らがこれに何の用だ。わざわざ俺を探してまで。うん、それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見てみてみ、うわ、すごいでしょ。 全てを知る人間、とりあえず会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。何言ってんの？オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あの渋いい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。15、そこの女を連れてきてくれ。カブトがさらっていた。 この葉の黒い血だ。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。もしかして。
Вот он. Вывалился. Итак, ну что, первая битва с Саски. Это Саски против Орочимару. Одержите победу более чем 70% здоровья. Попадите атака ниндзюцу Сугетсу один раз. Попадите атака ниндзюцу персонажа Джуга второй раз. Ну, понятное дело, то есть использовать помощников то как только можно. Враг погибает от тайной техники. Выполню, что смогу, но стараться, честно, прям так специально не буду. Ой, как красиво начало боя теперь сделали, обалдеть. Нормально. Очень динамичный бой. Бои стали очень динамичные. Ты смотри, как дерется ты, а? Ну, похож этот Орочимару. Саски очень здорово применять фактически все, что можно. Так, есть. Мне нужно обоими помощниками попасть. Красиво, красиво. Ай, не попал Джуга. Как же так мог, а? Бафы на себя можно вешать. Предметы хорошие с самого начала дали. Ты смотри, а? Отлично, просто отлично. Уйди, уйди, уйди от меня. Есть! Джуга нанес последний удар. Очень динамичный бой, мне понравился. Ладно, смотрим.始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか。全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意思と目でなすべきことを見据えたい。 Могли бы, честно сказать, наверное, чуть больше анимировать эти сцены, потому что, ну, как бы, немножко халтурно сейчас это смотрелось. Хотя, в принципе, не смертельно, это не так, как там, допустим, в Generation было. То есть, когда вообще показывали чистое слайд-шоу. Хотя, в принципе, я там особо не жаловался. Вот. Ну, тут, скажем так, ладно. Проходняк. Хорошо. Так, что мы тут выполнили? Только победу одержали, хорошо, да? Так, и персонажа Сугетсу. Да вроде все остальное я тоже попадал. Ну, как бы, наверное, не выполнил. Ладно, хорошо. Титул преуспевающий, титул богатый получили. Ну, хорошо. Ладно, поехали дальше. Открыт новый эпизод. Теперь вы можете играть те, кто знает все.
Появление Хакага. Ух, как это здорово, наверное, а? Ну что, сыграем здесь? Или все-таки за Наруто? Давайте сейчас за Наруто сыграем. То есть я понимаю, что было бы хорошо идти по одной ветке, но вот сейчас мне хочется вот сыграть еще немножко за Наруто. Посмотреть, что к чему. То есть интересно посмотреть, чего здесь они нам все покажут, чего здесь начиналось. Сейчас был опять же краткий пересказ последней битвы в Наруто Шторм 3. Я специально сейчас ничего не зачитываю. О, нам даже дают шанс немножко повторить этот бой. Замечательно, хорошо, все. Я, кстати, вслух не зачитываю, потому что хочу чуть более проникнуться сюжетом. То есть, пока не буду. Может быть, потом, попозже, в следующих сериях, может быть, буду зачитывать эти диалоги. То есть, пока сегодня первую серию. Я хочу сам просто спокойно почитать сейчас и немножко сосредоточиться. Хорошо. Хорошо. Как же красиво все, а? Вот эта атака мне прям очень нравится. Отлично, поймал. Вот это реально фаталити. Все приемы просто адские. Тихо. Вообще поймал. Я не сам не понял, как я его поймал, но я его поймал. Ну
вообще. Результат боя S мы сделали просто на супер. Мы пролетели его просто. Ну, понятно, то есть такую силу, которой сейчас обладает Наруто, то есть тут просто всех рвали. Точнее, одного нашего противника еще втроем на него налетели. Ты, говорит, убито. Да, вот так вот. Тот, кого считали мертвым, тот, про кого все забыли. Не, я-то это знал уже, само собой, то есть, ну, как это было все подано, на самом деле, тоже здорово. Бой был обалденный, хоть он был и недолгий, хоть он вообще, мы просто в пух прах разнесли, но это было клево, то есть, все техники, пока что, честно, вообще не, вот не вижу, вот они совместили все, что только смогли. Да, заставочки, не, ну, не анимированы, но я так полагаю, заставочек много, их все замучаешься анимировать, но они вот так сделали, пусть там по три кадра, то есть, ну, как-то, ну, все-таки, ну, вот... Было нормально, то есть прям даже отлично, я бы даже сказал. Все. Хорошо. Так, что мы тут пооткрывали? Что смогли, то понаоткрывали. Титул переполняющий получили. Эти титулы, так полагаю, будут отображаться потом в личной карточке в нашей, скажем так. Поле боя мальчиков. Ага, то есть тут можно будет посмотреть вот эту историю. Очень здорово, то есть это все интересно будет посмотреть. Хорошо, давайте сюжетные составляющие на сегодня на первый раз, думаю, закончим. Этого вполне хватит. Вот. Пока что, честно, все просто обалденно. Так что ждите обязательно продолжение прохождения. Да, у меня, я, кстати, успел сделать предзаказ по Стиму. То есть в последний час до сегодняшнего дня, сейчас, кстати, 3:30 утра, то есть мне сейчас это все еще обрабатывать, для вас выкидывать, и до самого утра я буду все это делать здесь специально для вас, так что обязательно подписывайтесь на мой канал, те, кто еще не подписаны, обязательно ставьте лайк, давайте, всем спасибо, всем пока. Your